коротенький ролик. Записываю его потому что. Таким образом, у ведьмы открывается новый персонаж. И ранее на этом уровне этого не было. Это уровень 3. По-моему, 3. А, нет, слушайте, вру. Это уровень 2. Уровень 2, Инсмут. А, босс здесь стал на более сволочным созданием, мягко выражаясь. Теперь он, как последнее слово, умеет плеваться, умеет дышать огнем. Короче, это сильно-сильно апнутая версия рыбы-людей, которые... Нет, не рыбы-людей, вот мутантов, которые тут из земли подпрыгивают и хватают тебя за нежные места. Зайдя вот на эту пирс, это довольно красиво реализованные волны. Смотрите, как накатывают, как россияне на Новый год. Вы зачищаете, тут куча морепродуктов, куча рыболюдей, куча турелей культистов. Кстати говоря, теперь у этих турелей культистов иммунитет к электрическому повреждению. То есть вот больше пару раз пролетев мимо них, вы их не убьете, придется разбирать их ручками. Ну и так, открываем. Святая Мать Христа, что во имя любящего Иисуса это было? Вы в порядке, мисс? Нет, я не в порядке. Эта штука пыталась сорвать мою одежду. Угу. Все кончено. Теперь вы в безопасности. Пламя ада, все закончено. Мисс, действительно, вы в безопасности. Вам следует бежать домой как можно скорее. Или пойти к знакомым. Это существо не было единственным. Я боюсь, что этот город может быть переполнен им. Отлично. Я... Извините. Хорошо. Это даст мне еще один шанс убить такого. Это был новый персонаж. Ну, на этом все. Если вдруг... Конечно, жаль, что я не записал босса. Следовало бы, наверное, потому что он стал довольно адским. Но проблема в том, что все боссы теперь для ведьмы стали сводиться к тому, что нужно активировать как минимум один жетон американской армии для неуязвимости, а потом уже на соплях добить его. Ладно, всем пока. Да, и еще одна маленькая фигнюшка, которую я обнаружил в процессе. Все вы, наверное, помните, как тут тяжело, долго ему там... Ой, кажется, я все нахрен обошел и вышел совершенно с другой стороны. Конечно, это баг. Так быть не должно. Но это не мешает ему быть довольно забавным багом. И довольно юзабельным, конечно же. В конце концов, мне теперь не приходится пробираться через все эти ловушки. Дженкин, я должен отлучиться. Ты по соглашению с твоей хозяйкой будешь охранять мой дом. Обещаю, ее долг будет оплачен, когда я вернусь. И смотри, чтобы никто не пробрался. Меня уже пробовали обокрасть. Отвечаешь своей маленькой уродливой головой. Слушаюсь, господин. Будешь доволен ты, будет доволен хозяйка. Не подведи меня, Дженкин. Не убивай меня, я всего лишь слуга. Я не сделал ничего плохого, смелуйся. Ну... Да простят меня. Слушайте, а что, это весь босс, что ли, теперь? О, слушайте, а сюжетную ветку-то доработали сильнее, чем я думал даже. То есть я-то думал, я сейчас буду опять меситься со старым... Стариком. Со старым стариком. Ну, вы поняли меня. И оказалось, нет. Нет. Ну, ладно. Единственная, конечно, проблема теперь в том, что... Что это? Блин, да?
Так, кажется, я сломал что-то, что ломать не следует. Так вот, ну, понятно, это старый особняк. Кстати говоря, наверняка показал, как можно очень легко и без каких-либо лишних телодвижений пробраться сюда. Очень забавный баг, я думаю, его пофиксят, но... пока мест он не пофиксен. Так что пользуйтесь на здоровье. Так, мне нужно срочно найти торговщика. Фу, это Ктулху. Это Ктулху. Мне кажется, уже есть одно проклятие от Ктулху. Пожалуй, злоупотреблять проклятиями от Ктулху я не буду. Больно. Так, ну, собственно, все. Я сомневаюсь, что здесь есть что-то интересное. То есть, если раньше здесь я убивал старика, то теперь я убил какого-то слугу. Надеюсь, мне за это ничего не будет. Потому что это было как-то... ну, он, блин, вообще беззащитный был. Ну да ладно. Сколько раз я уже попрощался? 5, наверное. И снова всем пока.